Нет ничего невозможного, есть только лень и жалость к себе. Время дороже денег, его нельзя получить даже в кредит. Занимайтесь любимым делом, и у вас не будет ни одного рабочего дня. Все, что вы можете отчетливо представить в своем воображении, во что можете поверить всей душой и к чему станете стремиться с энтузиазмом, обязательно появится в вашей жизни. Хочешь жить – умей вертеться. Хочешь жить еще лучше – заставь вертеться других. Сильный человек предъявляет требования к себе. Слабый человек предъявляет требования к другим. Я заметил, что одна из главных причин, почему люди не богаты, заключается в том, что они слишком много переживают по поводу вещей, которые, возможно, никогда не произойдут. Мечтайте о большом, потому что в результате вы сделаете то, о чем мечтали. Не смотрите в прошлое, вы там уже были и все видели. Идите вперед, там будет интереснее. Лучше удивить всех своими результатами, чем постоянно рассказывать о своих планах. Только люкс, только премиум, только успех, только процветание, только благополучие. Один человек имеет право смотреть на другого свысока только тогда, когда он помогает ему подняться. Самая большая глупость – это делать то же самое и надеяться на другой результат. Чтобы жить не как все, нужно и работать не как все. Вам знакомо выражение «выше головы не прыгнешь»? Это заблуждение «человек может все». Деньги – это средство для достижения цели, а не сама цель. Чтобы предсказать будущее человека, достаточно посмотреть, на что он тратит свои деньги и время. Все всегда заканчивается хорошо. Если все закончилось плохо, значит, это еще не конец. Чтобы стать обладателем всех замечательных вещей, нужно прежде всего поверить, что они возможны. Иногда случается необъяснимое – чудеса, но исключительно с теми, кто верит, что чудеса бывают. Я люблю животных за их природную чистоту и искренность. Они не судят тебя, не рассуждают, они просто хотят быть твоими друзьями или, по крайней мере, не скрывают своих намерений. Настоящая цель – это не то, что не дает уснуть ночью, а то, что заставляет встать рано утром с постели. Учись находить в жизни радость. Вот лучший способ привлечь счастье. Любая работа сложная. Ищите ту работу, сложность которой вам будет в удовольствие. Я думал, мне будет хуже без некоторых людей, но оказалось, что без них я становлюсь только лучше. Стань лучшим в своей области, тогда к тебе придут и власть, и состояние. Бедный, неудачный, несчастливый и нездоровый – это тот, кто часто использует слово «завтра». Реши для себя, чего ты хочешь, и не останавливайся, пока этого не достигнешь. Маленькие ежедневные улучшения – ключ к ошеломляющим долгосрочным результатам. Люди думают, что будут счастливы, если переедут в другое место, а потом оказывается, куда бы ты ни поехал, ты берешь с собой себя. Неудачи – это ступеньки к успеху. Без неудач мы не смогли бы добиться успеха. Лучше делать и ошибаться, чем, боясь ошибки, ничего не делать. Думай о том, что может сделать тебя счастливым. Делай то, что тебе нравится. Будь с людьми, с которыми тебе хорошо. Иди туда, где тебе хорошо. Не завидуй кому-то, просто возьмись и добейся еще большего. Неважно, как сильно ты о чем-то мечтаешь, важно, что ты для этого делаешь. Представляйте то, чего вы хотите, и крепко в это верьте. Это обязательно произойдет. Если ты попробуешь, у тебя есть два варианта. Получится или не получится. А если ты не попробуешь, то есть всего один вариант.
Проблемы должны заставлять тебя действовать, а не вгонять в депрессию. Самый лучший подарок, который дарит нам судьба, это люди, которым мы говорим спасибо, что ты есть. Вы можете забрать мои заводы, сжечь мои здания, отобрать все мои деньги, но пройдет немного времени, и я все восстановлю, ведь моя голова останется при мне. Если вам понравилось данное видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Спасибо за ваше внимание. Успехов!